Приветствие! Сегодня разработчики BattleBros порадовали нас очередным мини-обновлением, но изменений толковых таких серьезных нету, поэтому так, в двух словах. Значит, первый момент — это при запуске новой кампании параметр перманентного уничтожения, ну, этих городов, да, что могли их уничтожить враги, по умолчанию теперь он отключен. Вот, ну, в принципе, это удобно, но несущественно. Дальше второй момент — это исправлена проблема с продолжением кампании с DLC, которая была начата до DLC. Ну, в общем, тоже такое, ничего интересного. И дальше исправлена ошибка, из-за которой именные эти самые пики отсутствовали как потенциальная добыча в локациях. Вот так. То есть они как дроп с локации не падали. Вот все. То есть пики можно было, в принципе, только по ходу купить, что ли, в этом у Виппенсмита, так сказать, у оружейника, и все. Ну, нормально, пик будет больше. И последний момент — это исправлены некоторые незначительные проблемы, как опечатки. Ну, в общем, все, ничего интересного. Но хотя бы что-то делают, не забыли игру, и то хорошо. Надо будет вот еще делать в Дискорд-группе у меня, наверное, раздел с обновлениями. Ну, все, что тут пустословить? Это все.